нашем магазине «Кузница чудеса» есть множество мистических вещей, много товаров для тех, кто занимается или еще только начинает заниматься магией. Сегодня мы с вами поговорим о таком атрибуте алтари, как черепа. Череп – сакральная вещь. У многих народов череп всегда был символом смерти и бренности бытия. Символизм, однако, этого предмета выходит за рамки физического существования человека. Вот в нашем магазине, допустим, есть вот такие черепа-шкатулки, черепа-бокалы, зеркало с черепами и даже чайный сервиз. Череп – символ смерти и противостояния ей, эмблема смертности человека. В некоторых традициях и культурах череп рассматривался как вместилище души. Считается, что душа продолжает жить в пределах черепа и после смерти человека. Если вы владеете черепом другого, то это может принести обладателю победу. Поэтому голову врага нанизывали на пику победителей, голову преступника в знак назидания вывешивали на крепостном валу. Из головы врага могли сделать чашу, пить из нее, бахвалясь над поверженным врагом. В нашем магазине «Кузница чудеса» вы найдете не только всяческие черепа для ритуала, но и огромную коллекцию других магических артефактов. Приходите к нам. До скорой встречи, друзья!